Пока вы собираетесь, всем привет. Я вам расскажу один антикризисный лайфхак для некоторых направлений бизнеса. Наш любимый магазин Норман, он был закрыт несколько дней. А теперь они открылись, потому что теперь они продают товары первой необходимости. То есть на витрине у них стоит первым делом туалетная бумага, значит, жидкость для мытья посуды, омывайка для автомобиля, тушенка свиная, ну, в общем, зубная паста, щетка, а уже потом все остальное, все бутылочки, все... Нет, гречки там не увидела, но вот туалетная бумага прям была неожиданно. И у нас в Санкт-Петербурге сегодня снег, дождь, даже снегопад, метель. Все это не очень напоминает 3 апреля. Напоминает скорее 3 января. А кто не знает, сегодня мы с вами будем... Вчера пели, сегодня будем читать. Читать мы будем с вами замечательного автора Славу Сэ. Его нам порекомендовала Елена Ковальчук, если что, все претензии к ней. В принципе, я немножко пробежалась, мне понравился характер, ну, вообще слог. Ну, у нас не в Санкт-Петербурге, у нас во Всеволожске снегопад. Я думаю, что в Питере то же самое. Сейчас мы напишем, что у нас Слава Сэ. Рассказы. И значит, что мы с этим делаем? И закрепляем. А как? Забыла уже что-то, как это закрепить. Марин, как закрепить-то это? А, вот. Ну, скоро я вообще буду продвинутым блогером. Я уже почти умею все делать сама. Кто был вчера у нас на эфире? Ну как у нас? У меня. Помашите мне. Или нет, помашите, наверное, кто лучше, кого не было. Или вы сейчас здороваетесь, или вы машете, потому что вас не было. Что-то я вас запутала и сама запуталась. Там я прочитала в группе, что кто-то сожалеет, что сегодня опять без вина. Ну, могу вас успокоить, что можно меня слушать иногда и без вина. Сегодня ни песни, ни музыка. Сегодня мы попробуем восстановить свою технику чтения, которая была у меня когда-то нормальной в школе. Сейчас посмотрим, что с ней стало. Что же с ней стало? Я буду между рассказами так, что вы все машете, то есть... Да, я похожа на этот смайлик. Вы машете, потому что вы здороваетесь или потому что вас не было вчера? Не понимаю теперь. Ну, как вы там пришли? Все? Значит, еще раз. Всем добрый вечер. Я диспетчер. Дима Пивень. Господи, сколько лет. Из одного эфира в другой. Ты хочешь к нам в эфир поучаствовать? Ну, давай. Я тебя на минутку включу. Дима Пивень, наш бывший первый барабанщик. Привет! Я по-быстрому. Я просто хочу спросить, что это у тебя за штука на глазах? На глазу.
Это меня кто-то сглазил. Это пенсне. И с его помощью мы будем сейчас читать. А-а-а. Я тебе такую отправлю. Ты тоже уже плохо видишь. Ну, ты же с самого рождения должен, то тебе уже столько же лет. Да, уже возраст, как говорится. Как карантин. Ты следишь за карантином? Ты вообще здоровый? Я сижу, видишь, дома, читаю книжки и как раз со всеми делюсь. Вчера мы пели песню, 3 песни мы спели, так что заходи к нам почаще. Но я иногда там, иногда там. Иногда тут, понятно. В общем, бегаешь по сторонам, да? Да. Ну, все, давай, мы тебя будем выключать уже. Все, пока, давай, да. Главное, аккуратнее, да. Вот видите, какая штука интерактив, да, я сама не ожидала. Я вообще даже не знала, что эти люди еще существуют. Ну что, начнем потихонечку. Ваше здоровье. Так, меня вид... Что со звуком, кстати, лучше, чем вчера был или нет? Потому что мне кажется, просто к вечеру уже связь потихоньку перегружается. И звук вчера получился как в трубе. Лучше? Пенсне нет, оно не слетит, потому что оно очень прочно заклено. Хороший звук, отлично. Ну, конечно, сухой. Ну что? Так. Итак, Слава Сэ, цикл его рассказов называется... Так, мне нужно тогда сначала... Вот смотрите, как только я начну... как-то, если отстает, то попробуйте перезагрузиться. Там, пенсне слетает ноготочков. И теперь как его вернуть? Пенсне. Марин, что ты мне, что ты мне сделал? Ты меня проклела. Вот оно. Понятно, нельзя глотать. Как только я глотаю, сразу у меня падает пенсне. Значит, цикл, я сразу говорю, что я, конечно, не смогу уже читать все ваши комментарии, поэтому опять уж, да что это такое? Нестабильное пенсне. И сейчас не смогу, естественно, их читать, и потом обязательно прочитаю, или мы с вами, если останется время, пообщаемся после рассказа. Сборник рассказа называется «Сантехник, его кот, жена и другие подробности». Ну и такая начала дальше сама читать. Одна. Про себя. Может, наклею его? Налей его. Все. Дворник Виталий по прозвищу «Сиреневый туман» всегда ходит с лопатой. Без лопат он боится упасть и так остаться навек горизонтальным. Трезвым он не работает, потому что есть некая фальшь в трезвых дворниках зимой. Но метет он, как Аполлон. В самые ледяные месяцы, когда в любом сугробе стекленеет свой отдельный ямщик, виталиковые дорожки вымыты и высушены специальным перегаром. Случайные снежинки даже не пытаются мусорить и сразу сворачиваются к чужим сугробам, которые не сворачивают тех, Виталик догоняет и убивает железной лопатой. Из-за такого тяжелого его заболевания у нас сляли и протерлись санки. Народный китайский завод синих тазиков делает эти санки методом привязывания к тазикам веревки. Выходит очень удобное изделие. В нем можно парить ноги, хранить помидоры и волочить детей в сад, если выпал снег или лужи. Народный китайский завод синих тазиков... А, это уже было. Я потратил на санки $3 и до сих пор не жалею. Я испытал их на себе. Развил с моста огромную скорость, хотел убиться с трамплина, но был спасен одной березой. Она чисто по-женски выбежала навстречу мужчине, одиноко летящему по небу в синих санях. Наша связь была мимолетной, но яркой. Мы с Ляли ходим в сад через улицу, мимо кустов и забора.
К нам выбегает веселая собака породы бешеный урод. Она орет на меня, будто мы женаты. Я машу ее кулаком в нос, Ляля счастлива с нас как хочет. После собаки опять кусты, забор, и вот мы въезжаем в вечно летний асфальт Виталика, сиреневый туман. И скребем о них днищем. Дальше очень технический текст, следите за пальцем. За зиму в санях протерлись промоины. Сани загребают снег и складывают пассажиры под попу, а потом высыпают назад, на асфальт. Таким нехитрым способом контрабандные осадки проникают на территорию дворника-параноика. На чистом тротуаре под давлением ляли загребанный выжимается обратно. За санями на асфальте остаются две полосы. Белый на черном, очень марсианский на вид. Будто инопланетянин с нездешним разумом принес охапку снега и нагадил неземное послание. Я могу купить 100 новых санок, но я видел, с каким лицом Виталик сгребает неземные следы. Он непобедим и прекрасен. Все марсиане могут лететь назад в свою жопу, словно говорят нам, взмахивая бесстрашной лопатой. Завтра я нарисую Виталику загадочные снежные круги и признаки посадочной полосы для тарелок. И подробную записку. Виталик, прекрати стирать рулежные знаки. Наши корабли вязнут в непогоде. Твои чужие. Ну вот, это, значит, у нас такой первый вступительный, значит, рассказ вводный. Тут очень много про детей, я их пока пропущу. Про его дочь Лялю, я так понимаю. О, точно, я в перерыв могу читать что-то. Ну, нельзя, ну что же я буду? Так. Если вы ненароком полюбили кота, вовсе не обязательно на нем жениться. Раньше я избегал с котами отношений, потому что не знал про них столько хорошего. И выращивал дома только два биологических вида – жену человека и некрупных мух. А когда встречался глазами с бездомным котиком, вспоминал про блох и оборванные занавески и оставался тверд. Другое дело ангелы. Не разводить ангелов я не обещал. А это как раз был ангел в образе кошачьего ребеночка. Он из скромности притворялся котиком, но меня не проведешь. Я сквозь шерсть и когти различаю всех, кто суть смирения и добродетель. И в быту пахнет белыми нарциссами. Он сидел на лестнице у двери и вежливо поздоровался одними ресницами. «Смотри, кто к нам пришел», — сказал я Люси. Люся знает мою твердость. Она подумала, я рад котенку, потому что сейчас его съем. И стала защищать животное с наивной женской хитростью. «Давай», — говорит, — «пусть он сегодня останется, а завтра мы повесим объявление в подъезде. Вдруг это соседи себе на ужин купили». Я предложил временно присвоить коту какое-нибудь незатейливое имя. Например, певица Женя Отрадная. Это очень воспитанная певица, давно хотел себе такую, но вряд ли мне разрешат принести ее в дом. Люся избегает заводить певиц без родословной. Они где блохастые, всюду гадят и лазят по столам и катаются на занавесках. Ему назвали кота Петр Ильич Чайковский. Очень логично, по-моему. 4 утра Петр Ильич выкопал в паркете ямку, и в доме запахло моей нетвердостью. Я весело спрыгнул с дивана и пополз искать. Искал, нету. Запах есть, а источника нету. Опять искал, думаю, все, надо звать кота и начинать душить. Душить пусть признается. А оказалось, он все собрал, отнес в ящик с песком и похоронил. То есть и правда ангел. На следующий день мне придумалось оставить сантехнику и уйти в великие русские писатели. Только непонятно было, что отращивать сначала, бороду или парадигму русской духовности. Поскольку холода ушли, а грустные без кота соседи остались, я начал с парадигмы и сел писать объявление. Нашелся котенок, цвет леопардовый металлик, ласковый, сзади небольшие бархатные яйца детского размера. Отзывается на имена Кузя, Тобик, Лена, Петя и куда вы дели пульт. Смешной, ночью кусает всех за пальцы ног. Кушает хорошо, на горшок сходил 3 раза, по нужде и просто так, из интереса. Умный, как Фейхтвангер. Если это ваш котенок, и вам не безразлична его судьба, припишите здесь комментарий, и я раз в неделю стану вывешивать интересные истории про его личностный рост.
Меня теперь вот что беспокоит. Если человеческий самец, 38 лет, 85 килограмм, лысый, приносит с улицы котеночка, он еще мужчина или сразу малохольный идиот? Ну, да. А, следующая глава. А, любой мужчина мечтает напиться, сесть не тот самолет, и чтобы на утро Барбара Брыльска гладила его пальцем по щеке. Поэтому баня для нас больше, чем баня. И еще мне сказали, будет ужин, все домашнее, поросенок с яблоком во рту, огурчики, пирожки с черникой. И я согласился. Баня маленькая, двухместная, мне бы поломыться с Колей. Гости смотрели нам вслед с пониманием. Все были в курсе, Коля родился и вырос в мартеновской печи. При виде тазиков он дуреет. В нем просыпается огненный монстр, демон веника и пара. А я же не знал. Я шел просто мыться и говорить о женской вредности. Он надел шапку, перчатки. По глазам было видно, надел бы и валенки, но не было. Сказал, надо поддать. Поддавал, пока не взорвался градусник. Ну вот, теперь хорошо, обрадовался Коля. Меж тем в парилке настало ядерное лето. Все вокруг сделалось лиловым и малиновым, как на Венере в середине августа. На всякий случай я показал Коле жестами, какой я несчастный. Как бы намекнул, что сдаюсь и готов уже перейти к пьянству самолета и Барбаре Брыльской. Коля сказал, сейчас мы восстановим мне оптимизм. С трогательной заботой к моим неурядицам он взмахнул веником каким-то самурайским способом. Примерно на втором ударе из меня выбежали все микробы, в том числе полезные. Тогда же открылась разница между баней и процессом распада ядра. И еще я понял, кого из гостей планировали поддать на стол с яблоком во рту. На третьем ударе я отрекся от гелиологической модели мира в пользу плоской земли, плывущей на черепахе. Все, я говорю, Коля, никто нигде уже не вертится, только не надо больше вот этого. В ответ Коля показал, как делают при парке. Ну, который мертвым, ни к чему. Конечно, ни к чему. Кому ж надо, чтобы мертвые бегали по бане, жалуясь на ожоги. Потом, когда я все-таки выжил и ел пирожки с черникой, складывая их в столбики по три, и все гости казались мне одной сплошной Барбарой Брыльской, Коля рассказал мне очень короткую историю. Однажды я мылся со столеварами, думал, сдохну. Было очень жарко, ужасно. Этих мужиков в деревне называли столевары. Они вообще беспредельщики. Один выбежал с тазиком под дождь, его ударила молния. Он ничего, дальше мыться пошел. Так сказал Коля и тревожно посмотрел на закат. На закат. Что-то там у вас какие-то дискуссии. Дискуссии. Знакомая тетя влюбилась в троллейбусе. Хоть ее муж еще не умер, а просто лежал на диване с газетой. Она даже вступила в преступную переписку, полную интимных подробностей. У меня полно знакомых теть, живущих интересной жизнью. А ее телефон в душе был демоном. Он тетины письма отправлял избранным родственникам для ознакомления. Родственники читали с большим интересом. Никто не возмущался. Всем хотелось знать, что скажет Луис Альберто в последней серии. Тетин же свекор решил, все эти страстные смс, во сне целовал твои руки, всюду слышится твой смех, все ему. Он был принципиальный оптимист. И надел галстук, купил тюльпанов, презервативов побольше. Пришел и говорит, так и быть, на все согласен. Давай начнем новую жизнь прямо тут же, на кухонном столе. В ответ тетя ударила свекру итальянской короткой балларине. Раненый точно в ум свекра вернулся и наябенчал свекровью. И сразу у него на лбу стало два отпечатка. Один итальянский, другой неразборчивый, неизвестной китайской фирмы. Свекровь пошла к невестке спросить о дальнейших перипетиях в сюжете. Они пили чай и расстались, довольные друг другом. Даже целовались. И все там, муж лежит по-прежнему с газетой. В его рогах пауки свили город. Ему только газеты перезаряжают раз в сутки. Хороший муж, тихий. У женщин фантастическая способность договариваться. Они убеждают и объясняют, не обращаясь к разуму. Они передают суть, не обременяя память деталями. Вот, например, Маша рассказывает про Пушкина. Путает термин, но смысл верен. Жену назвали нехорошим словом, и Пушкин вступился за ее имущество. Тогда враги вызвали Пушкина на Олимпиаду, и стрела попала прямо в грудь.
В общем, умер. И вот, папа, я все-таки хотела спросить, что такое секс? Пассаж про Пушкина мне понравился, вопрос про секс не очень. Сам я представляю, что это за штука. Даже попробовал на себе несколько раз. Но объяснить не возьмусь. Будь я женщиной, предал бы в пантомиме. В крайнем случае, рассказал бы на примере нашей бабушки. Но Маше 7 лет, ей рано знать всю правду. От неумения правильно по-женски врать я нем и беспомощен. Или вот, один сантехник Иванов пришел отомстить клиентке. Она недоплатила $200 и сильно пошатнула веру Иванова в добрых фей. За это он пробрался в подвал, жадная женщина живет на первом этаже, и через лючок ревизии вставил в канализацию надувной шарик. И быстро-быстро надул. Кто не знает, шарик держит столб воды высотой в 2 этажа. На завтра удивленный унитаз жадной женщины сам себе казался везунием. Он извергался и рокотал. Женщина бегала по этажам, уговаривала соседей носить свое-ка на работу. Соседи обещали, а сами все равно, по привычке. Потом вспоминали, конечно, ой, это снизу просила пощады. Им становилось стыдно, но не очень, потому что говно не подписано. Поди разберись, кто предал. Вечером шарик лопнул, но Иванов отомстил ужасно. А через неделю звонит Иванову другая женщина с растерянным голосом. В унитаз упала сережка с бриллиантом, фамильная. Стоит $30 000. Если вытащите, получите 10% или даже 15%. Только я ее нечаянно смыла. Прошло всего 10 минут, а Иванов уже разбирал подвальные трубы, обращаясь к ним: «Вы же мои бриллианты». Он знал все места, где скапливаются тяжелые фракции. Он сначала брезгливо ковырял палочкой, потом адаптировался и притащил сито. Как в фильмах про старателей. Через 6 часов унизительного труда возникло подозрение. Весь в результатах своих поисков он побежал в квартиру заявителя. Там сидела жадная женщина с подругой. Они пили кофе, и глаза у них были такие голубые, что Иванов понял – обманули. Только другими, более точными словами. И я опять не знаю, что сказали женщины. Только Иванов не стал в тот день убийцей. Наоборот, теперь он пишет жадной женщине СМС интимного характера. Недалек час между ними случится то, что я испытал, но писать не в силах. Кстати, я так и не придумал, что сказать Маше. Маша повстречала хомяка. Одинокий, прекрасный, как Джонни Депп, и такой же нужный в хозяйстве. Он переползал дорогу в опасном месте. Рост средний, шатен, глаза грустные, холост. Он явно пережил травлю, непонимание и планировал умчаться вдаль розовым пятнышком на скате грузовой покрышки. Но встретил Машу. Ну как вам объяснить про девичье сердце? Вот через дорогу ползет Джонни Депп, трезвый, несчастный, пушистый. Разве вы не принесли бы его домой? Я бы ни за что. Теперь он живет у нас в шкафу в тазике. Из еды предпочитает хлеб, салат, немного туалетной бумаги на сладкое. Очень воспитан. Коту объяснили газеты по ушам, хомяки нам друзья, а не жиры и витамины. Теперь кот считает, мы дураки ненормальные. Сегодня не жрем хомяков, завтра дружим с пиццей, целуем в нос сарделику, недалек тот час, мы женимся на бутерброде. Вот сейчас ручка двери поворачивается, как в кино про маньяк. Маньяков, маньяк. Это кот хочет на себе доказать, хомяк вкусный и полезный зверь. А дружить лучше с котами, они хотя бы обаятельны. А ночью этот мешок какашек сбежал. Наш шкаф – отдельная комната. Там все пропадает, особенно носки, которые ползают, вопреки заверениям производителя. Теперь вот хомяк. Всю ночь осатаневший кот целовал дверь шкафа. Под утро стал биться в нее головой. Да что за жопа, опять травля и непонимание, подумал хомяк и ушел жить куда-то в район старой обуви. Пришлось пустить по следу, сами знаете кого, у него встроенный GPS-навигатор. Кот быстро определил, какой из ставков содержит хомяка, получил газеты по ушам, ушел на подоконник и теперь воет по-японски «Айо-йо-айо-йо». «Айо-айо». Люся сказала, этот хомяк – женщина. Господи, а вдруг он ушел из дома, потому что забеременел и боится признаться отцу? Теперь родил 16 разноцветных младенцев, неизвестно от кого. Я не думаю промышлять хомяками в ближайшие годы. Столько событий, столько событий. Пойду на работу, отдохну. Перерыв.
Ой, сколько у вас ошибочек. Так, давайте как-то поцензурнее, да? Значит, далее. Сейчас 3 часа ночи. Хомяк громко кушает железную клетку. Ему вкусно, он чавкает. Знаете, я хотел бы и дальше писать про черствый мир длинноногих женщин. Или из жизни сантехников, иронической, или кулинарные тонкости. Отцу на заметку. Дети любят воблу с чаем, а пиво отвергают. Но теперь это дневник хомяковода. Ничего не поделаешь. 3 дня назад он как бы сдох. Были все приметы. Клетка брошена на солнце, в ней лежит хомяк, лицом вверх лапы скрестил и улыбается. Такой безмятежный, что никаких надежд. Мне сказали, они нежные, как вампиры, мрут от тепла и солнца. Я трогал пальцем теплый пузик и не знал, где найти такого же, пока Маша и кот не расстроились. Когда-то в Риге была клиника по хомякам, частная. Туда сдаешь простуженного с оторванной лапкой, простреленного насквозь хомячка. На завтра забираешь, он уже здоров. И как раньше не отзывается на имя, значит тот же. И как раньше не отзывается на имя, значит тот же. Лечение мне стоило дороже норковой шубы, но мы в ответе за тех, кто так забавно грызет по ночам железный предмет. Я покатал усопшего на ладонях, пульс не нашел. За ногу понес в мусорник. Тут он открыл глаза и что-то такое сделал ртом, может, они так зевают, непонятно. Еще он посмотрел так недоверчиво, что... Посмотрел так недоверчиво, что ли. Понимаете, Маша с ним играла, играла на износ. Он очень устал, проснулся уже, все, несут на помойку. Думаю, я не первый хозяин его жизни, может быть, пятый. Он очень крепко спит, ему главное потом выбраться из мусорного бака, когда снова недопомнит. С его зубами это просто. Граф Монте-Кристо таким оборудованием сточил бы замок Иф, скалистый утес, одежду и уличную утварь тюремщика всего за неделю. Графа бы выгнали из всех тюрем с пометкой «грызун» и «сволочь». Еще эти зубы, они ядовитые, укушенный фотоаппарат мгновенно умер. Поэтому я не могу сфотографировать и показать. Возьмите сами в интернете харю абстрактного хомяка, если интересно. Все равно они имен не различают. Про хомячка смешно. Давайте все-таки попробуем как-то с комментариями по... Кто-то вот пришел первый раз. У меня сегодня родители даже слушают. Как-то нужно поприличнее себя вести. Так. Сейчас я пролистываю что-нибудь. Каждую пятницу мы с мужиками ходим играть в одно кафе, хоть оно ни в чем не виновато. У нас традиция дарить свое искусство всем, кто не в силах отбиться. Местные считают это кафе нехорошим местом. Многие в ночь на субботу уезжают, похватав самое дорогое, в основном котов. Кому бежать некуда, те потеряли интерес к размножению, верят в добрый метеорит, чей прилет однажды избавит мир от бардов и особенно от ленинградской фабрики кривых гитар, из-за которой все началось. Это смешно. В кафе работает барвумен Галина, она раньше танцевала в Тодосе. Так вот, если вы пришли хулиганить, Галина аккуратно навтыкает вам по печени и почкам своими танцевальными ногами. Она никогда не ждет, пока мужчины барды встанут и запоют песню «Протест в защиту женщины посуды». То есть нас Галина могла бы отметелить даже лучше метеорита, но почему-то терпит. По пятницам я возвращаюсь поздно, в 4 часа субботы, и сразу хочу спать. Кот щурится на меня левым правым глазом по очереди, ему после темноты ярко смотреть. Потом я в кровать, а у него уже нет настроения. Вчера он добыл в плинтусе шуруп и стал играть в хоккей. Послушайте, мой кот кричит «Гол!», если игра проходит ночью, а днем не помнит. Во-вторых, в природе нет явлений громче, чем огромным шурупом по паркету. Это еще хуже, чем уронить рояль или паровоз в какой-нибудь железный таз. Я пустил в кота подряд 3 тапка. У меня не было под рукой другого оружия от бешеных котов. Потом задумался о парности мужских ног в эту раннюю субботу. И многое не совпало. Так, перемножая в уме тапки с ногами, я и уснул.
Утром не нашел ни шурупа, ни тапка, а в обед мне прислали фотку, на ней мы с Володькой напряженно клеим какую-то краль. Так вот, краль я тоже не помню. Это очень обидно, когда у памяти провал как раз в том месте, где по документам должна быть блондинка. Я бы не прочь вновь найти эту женщину, спросить, чем ей было плохо в моем вчера. Ну что, как оно там заходит? Что-то я устала уже. Так, пенсне. Тетку из 32-й квартиры прозвали «Батареей капает». Летом всему дому меняли радиатор. Всем обычный, а ей выпал прибор повышенной мерзости. Он капал внутри себя противным голосом. Тетка ворочалась до 3 ночи, потом послушно шла спать в кухню. Сделалась раздражительной, ходила непричесанная такая, с желтыми зубищами. Капала очень коварно, раз в 2 минуты, на краю засыпания. Только сознание отъедет, сразу кап жестяным и едким капом. Днем почти не слышно, а ночью прямо в мозг. Тетка из 32-й не была трусом. Если погибать, решила она, то пусть все знают, от чьих рук я сошла с ума. И скоро весь дом и район узнали, где установлен самый подлый в мире радиатор. 6 сантехников в разной степени ума искали лужу. Лично управдом искала. Один инженер-теплотехник приходил, кукнул в тишине и ушел. За полгода поисков нашли много навек пропавшего. И выявили тараканов, только воду не нашли. Я же говорю, она капает внутри себя, объяснила пострадавшая этот загадочный случай. И вот ей посоветовали применить для поисков лично меня. А я уже 7 лет как ушел из большой психиатрии в сантехнику. И как раз, чтобы не общаться впредь с хозяйками бесноватых батарей, говорящих пылесосов, телевизоров с черной душой и других удивительных устройств. Но я вспомнил, как мне не давал спать кот и согласился. Мы стояли, слушали. Сначала, конечно, загудели животы. Мы сделали вид, что это не наше. Подождали еще. И вот со шкафа, где часы и заросли портретов каких-то вурдалаков, раздался четкий клыц, и его сказали часы. Знаете, такие, где вместо маятники шарики крутятся. При смене левых вращений на правый в часах кто-то икал. Тетка не хотела верить. Пыталась уговорить меня на полтергейста, раз это не батарея. Капающие в мозг родные часы разрушали ее картину мира. Но их вынесли на кухню, и капель прошла. Тогда я сказал, послушайте, давайте не скажем никому про часы, а скажем, будто я починил батарею. Тетка обрадовалась и закрепила нашу тайну большой такой купюрой. Теперь, став богатым, я хочу сказать, если бы не сбежавший из воспоминаний блондинка, я был бы совсем счастлив. Ну вот, наверное, на этом сегодняшнем чтении мы закончим. Закончим мы их сегодня. Цепь. Логической цепи у нас нету никакой, а которая моя любимая, она там лежит. Мне она сюда не подошла. Вот, поэтому я что-нибудь еще подумаю, что можно сделать в следующий раз. Если есть какие-то вопросы, кто у нас не был вчера в эфире, можете по... написать что-нибудь. Ну, цепь в порядке, она ждет своего выхода, я ее выгулю как-нибудь. А сколько прошло времени, Марина?
Марина, насчет прошу вас спеть, нужно было вам во вчерашнем эфире присутствовать, там мы это делали. Ну, его, по-моему, еще можно посмотреть. Очки сними, Сережа, привет. Нет вопросов, ну, если у вас нет вопросов. Это я стучу. Полученный вчера его проглядела. Он еще остался, и, по-моему, мы выложили его в группу, как вам новая песня Арбин. Я не успеваю следить за новыми песнями наших рок-женщин. Мы только вчера поговорили о том, что интересно было бы поразбирать какие-то песни в прямом эфире. И мне сегодня прислали отрыв, ну, я успела только отрывок послушать у Дианы Арбениной. Там, ну, скажите мне это слово. Слово мне скажите. Что-то там про нули. Ну, я послушаю полностью, пока не собралась. Собралась. И мне всегда что-то вот присылают, видео или аудио, или текст. Мне нужно подготовиться к этому. Я сразу не могу. Я не могу. А, гопник, точно. Я не могу сразу. То есть я почему-то чего-то боюсь, я не могу сразу это послушать и там прочитать. То есть мне нужно к этому морально подготовиться. Поэтому сейчас я начала готовиться. А про Крым мы вчера говорили весь вечер. Неплохая песня. Неплохая песня, мне немножечко смутили некоторые и простота некоторых рифм, но, наверное, это такая концепция. То есть я тут уже не как слушатель, а скорее отношусь более профессионально к тексту уже. Невозможно отключиться, абстрагироваться от этого. Рубашечка к лицу имеется в виду голубым цветом или белым? Что из цветов подходит к моему лицу больше? Плачет в нули, умирает в нули. Ну, расскажите, пожалуйста, что из того, что вы читали, вам запомнилось? А я, в принципе, не помню, когда я уже читала последний раз, поэтому для меня это тоже такая мотивация, вот это совместное чтение, потому что ничего вам не посоветую. Правда. То есть я Каннингем, последнее, что я читала, это был Каннингем. Это Вербер или Вербер. И если я что-то читаю, вот это уже давно какая-то информационная там, литература, публицистика. Ну, то, что может мне пригодиться в жизни, там, или в работе, да, или в музыке, или в спорте, или в повседневных применениях. Картины нет, не рисую. Глазам голубые цветочки, которых у меня нету. Цветочки-то белые. А, в смысле, глазам к белкам, видимо, да? Картины нет. У меня есть одна картина, которую я перерисовала. Просто скопировала. Ну, то есть лежала подушка, и я ее перерисовала. Ну как, под руководством знающих людей. Читаете хорошо, вдумчиво, вовлекаете в процесс. Спасибо. Вот опять же, мультик про Масяню я получила. Я готовлюсь к тому, чтобы его посмотреть. Да, спасибо. Я понимаю, что это что-то на злобу дня, да? Что-то актуальное. На выставке ходите? Раньше ходила много, но на собачьи. На собачьи, на художественные нет. Ну, была, конечно, но не практикую. К белкам. Цветочки к белкам. Фон к желткам. Ну, если у вас есть какие-то идеи, что можно вместе почитать, чтобы это было не скучно. Потому что я прекрасно понимаю, что это может быть не очень. Что песни под гитару, это, конечно, все хорошо и весело, и тили-тили-тролливали. Кошки вам совсем не нравятся, только собаки.
что винишко. А я понимаю, что с каждым днем винишко у меня будет проще и проще, потому что доходы, они как бы прекратились, а Норман свою деятельность не прикрывает. И потихонечку приходится выискивать какие-то соотношения цена-качество, потому что иначе все запасы, которые были, они потихонечку уходят. Сегодня Санджавеза, причем хорошее такое предложение, там и вкусное вино, там что-то 350 рублей по акции какой-то. Италия, Санджавеза, год. Не знаю, где бутылка. Вот. И наш вот этот мейнстрим магазин. Можно каждый раз в конце выпуска говорить о вине, который будет у вас в следующем эфире. А, ну если бы я знала, что будет в следующем эфире, и будет ли вообще у меня вино на следующий эфир. Вот в чем дело. Может быть, скоро придется смородину красную размораживать и мусс сварить. Наша любимая ценовая категория 350. Да, я соглашусь, что можно найти что-то. Только у Парфенова дорогое, у нас по акции. А, то есть, чтобы я освещала акции, которые проходят в Нормане, в Пятерочке там и в других известных и работающих отделах. В следующий раз почитайте ваши любимые стихи, свои стихи. Нет, у меня особо нету предпочтений в поэзии, но я так говорила, в принципе, мне нравится там Маяковский и больше никого не помню. Где вчерашний эфир можно взять? Во вчера. На самом деле эфир выложен ВКонтакте, Марин, да, ВКонтакте в группе Мона Лиза, группа наша называется Мона Лиза, и в Инстаграме Мона Лиза Бенд. Ну вот, соответственно, здесь у нас в ленте и выложен эфир. Блогерством зарабатывает. Ну, да, я чувствую, что сейчас мы все станем блогерами. А вот на YouTube, на нашем канале, можно посмотреть вчерашние эфиры, наверное, тоже появятся сегодняшние. Ну, вообще, мы везде выкладываем и ВКонтакте в группе, и здесь выкладываем. А, ну здесь мы не можем выложить. ВКонтакте и в YouTube. Пироги умеете печь? Нет. Тут я даже не знаю, как развить этот вопрос на подольше. Просто нет, и все. Все, что я умею делать, это стейки, то не всегда у меня это получается. Я умею делать сагудай, я умею делать... Ну вот, в общем-то, все, что я умею делать. А рыбу солить умею просто. Это тоже недалеко от сагудая ушло. Что мы будем пить по акции и читать? Значит, в следующий раз. Я не знаю, когда это будет и что у нас будет на тот момент. Ой, хомячки, да, у меня были. У меня же были хомячки, я тоже отдавала. И я помню, это прям для меня была трагедия. В Норильске мы жили и отдавали. Почему? Я не помню, почему мы отдавали. Папа, мама, что они мне подскажут. Я отдавала соседям, а у них были... коты, и почему-то они мне все время возвращали мертвых, либо говорили просто, что ну, там, вот так вышло. А может быть, родители специально отдавали, я не помню. А какое у вас было поведение в школе? Вот самое, что у меня было плохое в школе, то есть самый большой недостаток мой, это, да, это было поведение, но было всегда удовлетворительным. И то, мне кажется, его ставили ну, с большой натяжкой. То есть у меня могли быть все пятерки, пару четверок, ну, там, допустим, геометрия, алгебра. И вот это вот УД, прилежание и поведение. Вот кто придумал эти вообще предметы, непонятно. И они мне всегда портили всю картину. И, по-моему, даже в финальном, как это называлось, аттестаты, там, по-моему, у меня только прилежание и поведение стояли хор. Это уже просто, ну, не знаю, пожалели. Хотя все экзамены, вот, выпускные... Все у меня были написаны на 5, и русский, и алгебра, ну, все. Но вот с этим не получить золотой медали, даже серебряной.
Так, Наталья Гаврилова отправила на запрос участие. А что вы хотите нам сказать, Наталья Гаврилова? Попугайчиков не планируете заводить? Ну, мне, конечно, нравятся вот эти вот все, которые большие, как они называются, которые разговаривают прям. А сейчас не ставите уже поведение? Ну, вот я мечтала, чтобы не ставили поведение, а ставили бы только русский, английский, музыка, физкультура, мои любимые предметы были. Понятно, что понятно, непонятно. Иногда я не успеваю читать вопросы, вы можете их просто повторить. Мне тоже не дали медали за поведение. Да вообще это какая-то чушь, ерунда какая-то. Зачем мы его придумали? Зачем? Не надо этих предметов ставить. Это отвлекает людей от учебы. А Вера слушала, а я не знаю. Катя, Андрей. Вера слушала? Привет. Не видно кто. А я двоечница. Это, знаете, есть группа анонимных алкоголиков. Привет, меня зовут Леша, и я алкоголик. Так и здесь. А я двоечница. Какой ваш любимый фильм? Очень много их, они мне не остаются. Ну, вы представляете, как перенасыщен сейчас рынок, ну, вернее, вообще, как киноиндустрия перенасыщена, и мне очень сложно запоминать. Но я с удовольствием смотрю хорошее кино, поэтому, кстати, спасибо большое. Привет. Спасибо большое за рекомендацию вчера. Вот у меня в аккаунте Монолизика. Не забывайте тут ко мне тоже заходить. Я попросила написать какие-то стоящие сериалы, фильмы. Там очень много написали, и кое-что привлекло мое внимание. Поэтому, если кто-то еще что-то знает, возвращайтесь туда, пишите. И повар с хорошими пирожками нужен. Мне вообще, конечно, по-хорошему. На будущее мне нужна помощница по дому, скажу вам честно, потому что Валентина Васильевна уже не хочет больше, уже устала. Ну, сколько уже, наверное, лет получается. 13 лет работает, но скоро будет просто переезжать в другой город. Поэтому, если кому-то вот нужна будет такая прям... Ну, я понимаю, что Света Сурганова себя там в аккаунте шутила, я не шучу. Мне действительно нужен будет помощник по дому, который будет и за собакой ухаживать, и за домом. Нет, только не читать. А вот это мы в эфире будем читать? Ну, нет. Вы уже карантин прошли, а к родственникам не заезжаете. Но вот я вчера рассказывала, сегодня карантин после концерта я прошла. Но все-таки были... Ну, вообще у нас типа же карантин сейчас не только после концерта, а вообще... И поэтому я приезжаю к родителям, мне выставляют на улицу пакетик с едой. Как вы относитесь к тому, что сейчас молодежь практически не читает бумажные книги, все в гаджетах, нужны ли библиотеки? Ну, а почему? Ну, мне кажется, можно, это у кого-то есть такой прям привязанность к бумажным книгам, то это дело вкуса. А если люди, которые более молодое поколение, ну просто даже им не почему ностальгируют, то есть они не знают этого, в принципе, явления не привыкли и не успели привязаться к этому так. Даже я, в общем-то, могу легко перестроиться на электронные носители. Что говорить о тех, кто, в принципе, не видел бумаги книжной. Думаю, мне скоро пригодится работа. Ну нет, мне нужны... Нет. Нет, Марина. Думаю, работа. Это нужно... Нужен такой человек, который не в момент кризиса готов на эту работу, как на вариант такой безвыходности. А так, чтобы это было надолго. Анекдотов я не знаю. Анекдотов не знаю. Пирожки умею, охранять умею, права есть, все остальное в личку.
Вот, поэтому, кстати, если будут действительно серьезные какие-то варианты, предложения, может быть, есть у кого-то какие-то взрослые, кто желательно, конечно, с опытом уборки помещений, удаленно. Но у меня на удаленке работать не получится. У меня нужно. О, повсюду тлеют пожары, это вот то, что сейчас сериал, да? Все по очереди нельзя. Нужен человек, который полностью изучит инфраструктуру моего жилища. Это непросто. Это непросто, потому что я вообще не ориентируюсь, где тут что лежит. Вот. Лиза умеет лепить пельмени, а у меня мама умеет лепить пельмени. Здесь этим меня не заманишь. Произведение Харуки Мураками. Да, что-то читала, что-то, опять же, такая достаточно настроенческая литература. Там от юга к востоку, я там что-то читала подальше от востока к западу. Читала много его, но давно. Какой район? А Всеволожский район. Прям Всеволожск называется город. Ленинградская область. Вот, ну не знаю, я выезжала позавчера, ну, я Светы спрашивала, она в студию нормально добирается, ну не в студию, а в арт-пространство, ездит каждый день. А вот я когда была в Индии, я вообще не переживала. И я позавчера просто в машине проехалась до поста, нет, все открыто. Это, я так понимаю, Мурино и Девяткино закрыли, наверное. Как я переживала, когда вы были в Индии, это вот как раз было самое спокойное время, я не переживала. И у нас сейчас ребята знакомые остались там, и, по-моему, вполне счастливы, что они пробудут дольше. Правда, там палками людей бьют, если они на улицу выходят. А сидя на карантине, жена говорит мужу, сходи погуляй уже, наконец. А муж, так нельзя, штраф же. Жена, сходи погуляй, я заплачу этот штраф. Ну, да, такой. С уборкой и готовкой проблем не будет. Ну, может быть, с ними конкретно не будет, но вообще проблемы будут обязательно, обязательно, потому что они уже есть. А писаря забавных ситуаций с концертов не нашли. Писаря. Знаю, мне кажется, либо человек это сам как-то фиксирует, разве можно его найти насильно или принудительно? Где бы вы хотели побывать? Да сейчас везде же хочется побывать уже, кроме Всеволожска. В общем, мы с Машей приедем. Одна убирает, другая готовит. Скоро нам жить негде будет. Ну, если мы окажемся в такой ситуации, в которой вам негде будет жить, то мне тогда нечего будет платить. Поэтому мы не рассматриваем эту критическую ситуацию. Мы рассматриваем стабилизированную ситуацию, когда все закончится, я уверена, что в конце апреля все закончится, и все вернутся к своей работе. Если не будем разносить это все. Давайте конкурс на вакантное место. Ну, я еще раз говорю, зачем конкурс? Мне просто пишите, если у кого-то есть предложения, серьезные предложения, то пишите. За еду работать. За еду. Сами приготовили, сами съели, да? Там майский же. Ну так майский перенесли уже вроде. Перенесли, да, выживут только бюджетники, это точно. Майский, насколько я знаю, перенесли на ноябрь, так что этих выходных не будет. Потому что я думаю, что у нас теперь в январе не будет выходных. В январе даже не будет, потому что выходных достаточно было за песни. Ну да, песни не могу рассчитываться. Но опять же, нужны стабильные люди, стабильные, постоянные, надежные. Иногда же я могу перестать петь, иногда у меня голос нет, иногда горло болит, иногда связки.
Я бы, конечно, пришла, но, к сожалению, живу в другом городе, да и области. Ну так, конечно. Но удаленки пока начинаете. Да, отдохнули мы этими выходными за весь год. Мы вот с ужасом представляем с коллективом, в каком виде клиенты к нам придут после полуторамесячного отдыха. Салон красоты. Рабство на год без праздников и отпусков. Мы постоянные. Я зайду к вам в аккаунт, что-то. А самолеты не летают до 31 мая. Может, они знают больше? Ну как не летают? По-моему, внутрироссийские рейсы летают. Рельсы, рейсы. Привет, рада вы видеть. Привет. Помните? Ну возьмите меня, берете. А я не хочу. Я к вам спущусь. Ну что, друзья, ну, спасибо всем за вечер. С вами был диспетчер. Приходите к нам в следующий раз. Пишите мне, не забывайте, и нам пишите варианты книг. Также напоминаю, что, может быть, мы сделаем онлайн какой-нибудь квартирник, поэтому заходите к нам в аккаунт, смотрите, следите за новостями. Может быть, мы, ну, когда совсем есть, нам будет нечего, организуем какой-то концерт, вместе поем песни. Метро гремит, ничего не слышно, запись будет. Мы полезем на чердак, да, хорошего вам прогулки. Как-нибудь надо тоже с вами как потеплее сходить погулять. Все, всем спасибо, пока. Спасибо, спасибо. Вот так бы и читала бы всю жизнь. Спасибо, спасибо. Давайте я захожу и просто читаю. Спасибо, спасибо. Вот давайте пару... Я такие маски видела прикольные. У меня таких нету, как в группе. Да, мне тоже кажется, время летит заметно, как с толстяком. Так, это у нас было. Вот это мне понравилось. Спасибо. Весело было. Так, ну это у нас... Это у нас, да, такая интересная штучечка. Ну вот, не зря говорят, что у меня большие красивые глаза. Как проводите карантин помимо чтения? Я сегодня первый раз побежала. Побежала тут вот в районе дома, 4 километра. Ну, такое, конечно, скучное занятие, но что делать? Потому что я понимаю, что что-то надо делать. Ну, а, так я буду с вами разговаривать. О, мы в детстве собирались в Владикавказе на улице, и нам сосед читал, значит, Омен, помните, вот это вот Антихрист, это вот именно в книжном бумажном варианте. И вот мы сидели, мне кажется, вот в таком же свете, и слушали, мне было очень страшно. Я до сих пор не могу даже это кино смотреть. Ну вот, мы с вами летим на высоте 10 тысяч метров. За бортом минус 40. Облака. Вот тут непонятно, что изображается. Ну вот ты мне, папа тебе читал. Мне кажется, не хотели, чтобы мы спали, в принципе, чтобы у нас нормально все было с психикой.